Экспонаты руками не трогать. Фраза, которую можно услышать в музеях. Эта история точно не про музей ГИБДД. Здесь можно без стеснения потрогать форму полицейского и даже попробовать себя в роли настоящего гонщика, оседлав мотоцикл, на котором патрулировали улицы больше 20 лет назад. Мне понравилось сидеть на мотоцикле. Я еще никогда не сидел на мотоцикле. Когда я вырасту большим, я стану полицейским. Я на улице видела таких же полицейских в такой одежде. Меня сегодня спрашивали, я очень хорошо ответила. Ты все знаешь? Потому что все знаю. Небольшая интеллектуальная разминка по теме правил дорожного движения – это часть обязательной программы. И все дошколята справились с заданиями на отлично. Как подчеркивают воспитатели, им никогда не приходилось краснеть за своих воспитанников, потому что дети знают дорожную грамоту порой даже лучше взрослых. Дети у нас почти все знают. Очень им это нравится. Они даже иногда учат родителей о том, что узнают в детском саде. И сегодня мы вот провели такую экскурсию, чтобы показать детям, как вообще работает ГИБДД. Музей был открыт всего 10 лет назад. Экспонаты, среди которых можно увидеть оригинальную атрибутику дорожных полицейских разных годов, модели автомобилей, макеты дорожных знаков, пополняются из года в год, в том числе силами маленьких горожан. Здесь, в данном музее, не только находятся экспонаты, различные грамоты, значки у сотрудников госавтоинспекции, также находятся различные работы, поделки, рисунки детей. Подобные экскурсии для юных нефтекамцев проходят еженедельно. Это хорошая возможность не только узнать историю развития госавтоинспекции в городе, но еще раз повторить жизненно важные правила дорожного движения. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».